Турции уволили более 7 тысяч силовиков и госслужащих накануне годовщины попытки госпереворота. Рабочих мест лишились военные, полицейские и преподаватели университетов. Напомню, попытка свержения режима в стране произошла в ночь на 16 июля прошлого года. В уличных столкновениях погибли более 250 человек, около 2 тысяч были ранены. Анкара в организации беспорядков обвиняет давнего оппонента Эрдогана Гюлена, который проживает в США.